Так давай придумаем праздник, чтобы женщины ничего не делали, а мужики им цветы несли. Похороны? Ладно. Ну... Да ну нет, Роза. Понимаешь, праздник, чтобы отдохнуть. Вот утром встала, и тебе даже еду готовить не надо. Наоборот, еду тебе приносят. Я в тюрьму больше не сяду, Клара. Господи, да просто праздник для женщин. Праздник для женщин? Да. Интересно. И что мы будем делать в этот праздник? Ничего. Ничего? Слушай, так прямо заманчиво, заманчиво. Мне так иногда хочется, так минутку-другую ничего не поделать. Минутку? Час! Час! Клара, ты сумасшедшая! Ты бунтарка, Клара! Крейзи, час! Ничего не... Да, международный женский час! Ну вот так, да. Когда мы будем вот это вот праздновать-то, вот это вот, что мы придумываем? Когда? Когда? Какое сегодня число? 18 февраля. 8 марта. Логично. Логично. Записывай, пока меня прет. И я запомню. Значит так, мужики будут подарки дарить за то, что мы ничего не делаем. А если мужик подарок не подарил, на него можно будет обидеться вот так. Он тебе по плечу будет. А ты раз так можешь и плечом руку скинуть. Он тебя спросит, что случилось, а ты ему? Ничего. Попробуй. Что случилось-то? Ничего. Ты прямо бесишь меня сейчас. А нельзя, женский праздник. Какая ты!